Здравствуйте, мои друзья. Спасибо вам за теплые слова, которые вы оставили в последних комментариях. Не скрою, мне было действительно очень приятно и очень важно в моем сегодняшнем состоянии. Поэтому сейчас я хочу спеть для вас песню на стихи, которые я написал где-то около 7 лет тому назад. Но они не менее актуальны сегодня, и эта песня называется «Посидела моя душа». Посидела моя душа, хоть годами я еще молодой. Пролетело 40 лет не спеша, мало тех, кто рядом со мной. Кто-то в странах давно других, кто-то в мире ином уже. Как тоскливо в моей душе за всех умерших и живых. Что-то в мире произошло, как-то сразу все стали злей, как-то сразу до всех дошло, как-то стали вдруг все смелей. Вдруг проснулся патриотизм, тот, что стоит примерно грош. Нездоровый порой цинизм к восприятию стал хорош. И с экрана мне гонят страх, засоряют мозги инфой. А политики, ух, дах, только я уже не такой. Ничего давно не боюсь, ни врагов, ни миров иных. Лучше я пойду помолюсь за всех умерших и живых. Посидела моя душа, хоть годами я еще молодой. Пролетело 40 лет не спеша, мало тех, кто рядом со мной. Кто-то в мире ином уже, кто-то в странах давно других. Как тоскливо в моей душе за всех умерших и живых. Как тоскливо в моей душе за всех умерших и живых. За всех умерших и живых. За всех умерших и живых. Спасибо.